Пятый международный междисциплинарный конгресс «Экология мозга» проходил с 19 по 21 мая в Москве. Он был посвящен таким проблемам психоневрологии развития, как аутизм, синдром дефицита внимания и гиперактивности, ДЦП, а также нейродиетологии и нейронутрициологии, управлению стрессом, домашней и офисной окружающей среде и активному долголетию. Все эти темы предполагают междисциплинарное взаимодействие неврологов, психиатров, педиатров, специалистов по реабилитации, иммунологов, аллергологов, диетологов, нутрициологов, архитекторов, психологов и других специалистов. Как показывают научные исследования и опыт передовых медицинских центров мира, междисциплинарный персонализированный подход к пациенту позволяет во многих случаях добиться большей эффективности лечения, достичь удовлетворенности пациента и уменьшить финансовое бремя заболеваний, лежащее не только на пациентах, но и на обществе, на государстве. Как считают организаторы конгресса, Ассоциация междисциплинарной медицины, внедрение принципов междисциплинарного взаимодействия и персонализированного подхода к каждому пациенту – это весьма сложная задача, требующая совместных усилий не только врачей разных специальностей, но также общественного и государственного внимания. Для содействия эффективному междисциплинарному взаимодействию специалистов различных областей медицины и внедрения принципов персонализированной медицины было создано некоммерческое партнерство «Ассоциация междисциплинарной медицины», которое регулярно проводит конгресс «Экология мозга».